остались на позиции сайт-контрол. Здесь важно плотно зафиксировать противника. Мы делаем это с помощью нашего плеча и головы, фиксируем его руку. Своей рукой отключаем шею, чтобы он не поднялся на нас. Колено контролирует таз, и рука контролирует его бедро, чтобы избежать забегания. Четко все. Контроль, плотный контроль. И затем мы перекидываем ногу через голову. Плотно сжимаем колено к колену, бедра. И осуществляем рычаг на руку.